молодой учитель. Да, уже учитель. Боже, как это ответственно. Хранитель детских душ, тайн, бед, радостей, мечтаний. И как все зыбко, какая тонкая грань. Не ошибиться, не предать, не разочаровать. Учитель – это сверхчеловек, незаурядная личность, идеальный во всем. Поэтому, наверное, многие не мечтают стать учителем. А ведь учитель – такой же человек, как все, обычный, со своими недостатками и достоинствами, радостями и печалями. Разве он имеет право на ошибку? Нет. Учитель учит и воспитывает, и обречен быть авторитетом и наставником. Кажется, что он должен постоянно расти и расти, долго и много работать над собой, чтобы достичь того уровня, когда станет настоящим учителем, учителем с большой буквы, настоящим мастером своего дела.